Так, мы уже дома. Как вы могли видеть, мы ходили, смотрели квартиру. В данный момент Настя пытается сделать фарш из рубленых кусочков филе. У вас получился фарш? Типа того. Это рубленые котлеты. Как вы это все сделали? Ну что, мясо такое вот. Взяла, разрезала кубиками, мелко ножичком. Это нужно было наблюдать. Вы пропустили. Понятно. Хорошо. Соль, перец, яйцо, мука по ложке. 400 грамм, да, вы использовали филе? Да, я не хочу больше, зачем? Ну, правильно, зачем? Просто оно пропадает. Вот это нормально. Ну, хотя это за 20 грамм. Хорошо. Скажите, а панировочные сухари вы будете? Получится добавить? Да. Так у вас реальный фарш получился. Это я буду... Да, я понимаю. Смотрите, реальный фарш. Да? Практически. Такая у нас кухня. Я уже показывала на одном из видео, где мы делали оливье. Сейчас тестировать новую печку, которую мы поменяли. А у нас новая печка. Тут просто некоторые думают, что это все не общее. Ну, значит, это будет наша печка. Который вот этот вот надо забрать и перенести в этот, блядь, в туалет. Ребята, лук. Лук. Видите? Что бывает? Слушай, дальше печку уже поставили. И яйца, яйца, кстати говоря, нашла яйца. Вот наша полочка. И сколько яиц было? 4. Покажите, что у вас здесь на полочке. Ой, супер, яйца, макарон. И чеснок я забыла чуть-чуть. Чеснок. А что, лука нет? Так, это еще кусочек. Мы сортируем мусор. Я думаю, кусочек этого хватит. Вот. Потому что когда много лука, не режем лук, надо мелко. В прошлый раз у меня. Ой, боже, тупой. Аккуратно. Сейчас мы купимо. Квартиру же мы же посмотрели. Короче, нам она не понравилась. Маленькие комнаты. Было 6 детей маленьких вокруг. Шум, гам, переводчик в телефоне. Короче, две женщины, этот мужчина. И, короче, это не хозяева, это просто те, кто там жили. Вот. Очень маленькие реально комнаты. Все в грязи какой-то. Ну, единственный плюс — балкон есть. Все. Балкон и все. Там душ, туалет, а вот такое. Вы видели? Да, то там грязно. Вот. Что мы там дальше добавляем? Ну, добавляем эту смесь. И что еще? Мешаем все, потом сухари закидываем в тарелку. А вы, Настя, что-нибудь скажете по поводу квартиры? Алию наливай. Да, давай сломай печку. Еще одну. Элитную. Ты не ответила на вопрос. Тебе как квартира? Нет? Страшно, темно, стены эти бабушки. Не, ну мы не ищем евроремонт, но просто на реально не дуже. А посидеть песка потом. Поэтому мега. Да. Такое. Мы дышим мелко. Видите, я мелко не полезла. Я пытаюсь его все равно сделать мельче. Еще надо чесночок, ну, по желанию. Можно зубчик чесночка закинуть. Здесь 400 грамм. Хорошо. Хорошо. Тогда включимся, когда вы уже будете смажете их. Да? Да? Все, а как по-другому?
А как они сейчас пытаются все уехать? Не, а там некоторые подорвут, я поговорю, что они пойдут воевать за Россию. Ну и за Вибли тоже. Да? Конечно. Похуй, они даже похуй на своих лекарствах. Я тут что-то рассказываю. Настя, ты такие куски лука добавила? Угу. Да? Этот лук не будет. Короче, вот вы можете наблюдать, как Настя делает из этого котлету и макает панировочные сухари, а? В один сухарях, а в две просто. А мука не надо, да? У меня мука внутри. Так ты не... А, ты одни макаешь, а одни нет, да? Так тут только две макнула. Аня. Иди встань и снимай. Короче, я вам сниму уже готовый результат. Как видите, Настя не очень доброжелательный повар.